Привет, это видео о том, как сделать интернет-штекер. Коннектор RG45, вот, клещами для обжима. На упаковке написано RG45. Достаем клешни. Это имеет зажим для разъема. И с этой стороны два ножа, один откусывать, а другой для снятия изоляции. И вот здесь у нас на ручке написано 8P, 8C. То есть, а разъем еще имеет название этот 8P, 8C. Кому интересно, почему так, почитайте в описании, я информацию там выложу. И там же будет ссылка на ролик, там где я делаю этот штекер отверткой. Значит, поехали. Откусываем штекер. Штекер имеет определенное расположение проводов. Оно отвечает за соединение. Есть соединение интернета с компьютером, либо просто компьютер с компьютером, или модем с модемом. Тоже ссылка, как подключить эти устройства, будет в описании, как именно расположить провода. В моем случае, если подключать интернет с компьютером, нужно контактами вниз, если смотреть. Значит, коричневый, потом коричнево-белый, зеленый, потом зелено-белый, синий, синий-белый, красный, красно-белый. Вот таким вот порядком. Вот. Все, теперь берем, зачищаем. Здесь вот специальное расстояние у нас уже отмерено. Всовываем этот порожек и тянем. Вот я зацепил и получается снял кусок красного провода. Так делать нельзя, нужно аккуратно зачищать. Откусываем еще раз. Все, есть. Аккуратно изоляцию снимаем, не повредить провода, главное, чтобы они между собой не замыкали. Подтягиваем еще провод на себя, потому что он вытянется по-любому. Лишнее подрезаем. Тем самым выравнивая провода. Нитку вот эту тоже. В общем, провода выставлены по порядку. Такой один отдельный совет, чтобы проще это все сделать, не нужно эту длину соблюдать, то есть короткую. Лучше зачистить побольше сначала. Все провода выстроить, чтобы было удобнее по порядку, натянуть, вот, чтобы саму изоляцию. И уже по старому штекеру, если вдруг длины там отмерить примерно, чтобы в канавке вот эти вот, главное провода, чтобы все попали в канавки, отмерить примерно длину канавок. Померили, можно еще чуть-чуть.
Так вот, когда провода короче, их удержать сложнее. Засовываем в коннектор. Главное, смотрим сразу, чтобы провода попали в свою ячейку и правильно были размещены по цветам. Теперь берем клещи, вставляем вот здесь вот для вот этой лапки как раз. Хоп, вставили и зажимаем до упора. Все, теперь вынимаем. Вон отсюда плохо вынимается. Лучше нажимать сразу вот эту лапку, которая потом и держит его внутри разъема компьютера. Вот. Чтобы плотнее держался он, можно подложить сюда изоляцию. Теперь сравним сделаны клешнями и мною вручную штекера. Вот этот справа, это мной вручную сделанный. Вот этот клешнями, он в принципе выглядит идеально. А вот этот вот, он и начал отходить. То есть плохо работает. Все равно клешни, как бы инструмент, если он предназначен для своего дела, он должен работать. Это как бы черновой вариант, там на время просто поставить. Но я вам советую пользоваться инструментом. Теперь проверим на компьютере, работает ли наш коннектор. Все ли в порядке. Может, нужно заменить или что-то неправильно подключено. Заходим в сетевые подключения. Подключено. Все, спасибо за внимание. Пока.